среду в Самарской области облачно, без осадков. Температурный режим на прежнем уровне. Плюс 26, плюс 28 днем. Ночью 19-21 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный. Скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 19, восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 27, ночью плюс 21 градус, ветер восточный 1 метр в секунду. В Самаре облачно, без осадков, плюс 26 градусов в дневное время, ночью плюс 20. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Температура воды в реке Волга 22 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.